Так, ждем Юпитера. Сейчас будет выползать. Из-за этой колоритной стены, живописной. О, вот он. Ой, ну, к сожалению, еще и ветрено, уже совсем-совсем облачно становится. 30 июля. Двадцать первый год, Харьков. До Юпитера 610 миллионов километров. Давай сейчас, наверное, дождемся пока. Ой, там облака совсем близко подошли. Сейчас закроют. В общем, ждем, то ли нам облака, то ли нам крыша. То ли Юпитер скроется за облаками, то ли Юпитер скроется за крышей. Так, лишь тут край крыши, хочу в кадре, чтобы был виден край крыши. А Юпитер к нему опускался. Вот Юпитер, вот край крыши, все. Все сработало. Единственное, что ну, за облаками уже, это уже облака закрывают. Юпитер совершенно невозможно. Наводиться резкости лучше не будет. Вот это белесое пятно исчезающее в облаках. Это и есть Юпитер. Все, исчез. Не дотянул до крыши. Ну, бывает. Вот уже какие у нас облачка. Тут образовались. Пошли. Посмотрим на Луну и тем себя утешим. Луна пока не за облаками. И выглядит прекрасно. Сейчас уменьшим выдержку. Птички вообще прекрасно смотрятся на фоне Луны. Что будешь делать? Где ж ты взялась? Четверо